Все, погнали дальше. А, блин, сейчас будет что-то ужасное, наверное. Как бы мне с первого раза пройти это все. Chit-chat or monologue? Just getting right to the point, huh? Что, ни болтовни, ни монологи? О, вот это тварь. Something different. Козлов. Блин, я по ней ни разу не попал пока еще. Не попал сюда. Вон она как работает. Ясно. Enough!
Поближе надо. Твою мать. Так, что это было? Ну, давай. Твою мать. Далеко. Всё. Ну, почти с первого раза. Можно сказать, со второго. Ну, вот эта хрень. О, так там это... Вот это я не понял. Подруга Данте? Знаешь ее? Чего? Как ты мог так поступить с Кирие? Надо будет ей все рассказать. Шучу я. Слушай, а тебе штаны не давят? Смотри, не подумай чего. Кирие убила бы меня на месте. Ты про кого говорит, я не помню. Ну, если честно, этот босс так себе не впечатлил. Прыгаешь как сумасшедший. Так, далее, поехали. Что там? Икона стиля. So V, you think this kid can kill Urizen? One can only hope.
Нам остается только надеяться. А пока у нас есть более срочное дело. Так, меняем игрока. Персонажа, точнее. Ну, давай. Начать миссию. Посмотрим, как тут играется. Нам нужно кое-что сделать, прежде чем идти к Уризену. Ну ладно. Так, как бьешь? Что делаешь? Пока непонятно ничего. Понеслась. Ну, значит, надо быть осторожнее. Ты ведь сейчас жуть какой хрупкий. Бегство не порок. Тот, кто желает мне действовать, плодит чуму. Изящная формулировка. Убей этих демонов. Так, что он делает? Так. Атака. То же самое все. Ну, давай. Немножечко как-то странная здесь атака. А, понятно. Тут атакуют, в общем, это. Ну, давай. Ну, тут меньше динамики, это уж точно. Ну, давай. По крайней мере, хоть что-то. Так. О май гад. Это что такое? Да нет, тем веселее было. Здесь, конечно, круто. Ворон. И так далее, и тому подобное. Там мне больше как-то нравилось. Мягко скажем, что-то скучноватенько как-то, да? Что-то... Ага. И бьет он слабо. Что за херня? Ладно, давай посмотрим, что тут можно будет сделать. Так. Так, это ворон летит. Это просто удар. Это пума. Интересно.
что здесь? Окей. Ух ты. Что еще тут? А где эти твари еще? Не вижу никого. Так, куда нам? Сюда? Descend it in. Rise. Готово. Так, сюда куда-то. О. Go. Ну, неплохо, но что-то кисловато как-то, да? Что-то не очень как-то. Че, куда мы идем? Куда идти-то? Куда тёпать-то? Сюда что? О-о-о! Раз, два, три. Ты смотри, что творит, а? Так, ой-ё, что за хрень? Всё ясно. Что происходит? Пока еще ничего не понимаю, но что-то происходит. Отлично. Супер. Так, это что за херь? Белая сфера, магический белый камень демонической души. Подобрав сферу, можно восстановить часть шкалы формы демона. Так, сюда. Так, пад. Что за пад? Ваши демонические питомцы перестанут двигаться, если получат слишком много урона. Шкала в левом нижнем углу экрана позволяет узнать, сколько здоровья у них осталось. Ну, суть ясна. Суть ясна, ладно. Мост не выглядит надежным.
Так, золотая сфера. Подбираем. Так, что же дальше? Я не дам ему заполнить еще больше силы. А это что? Изучаем. Берем. Что за пакость? Что за пакость? Чисто на интуиции. Просто нажимаешь кнопки. И все живое умирает, да? Так, это что такое? Осколок фиолетовой сферы. Фиолетовый осколок магической силы. Из 4 осколков можно собрать кристалл, увеличивающий шкалу формы демона. Так, в форме демона я еще не был. Надо попробовать. Сейчас попробуем. Сейчас босс будет какой-нибудь. Все попробуем, все сделаем. Да? It's your turn. Стоять. Так, что тут есть? Что тут есть? Суть понятна. Короче, вот это у нас пума. Это у нас... Ага, это у нас просто удар тростью. Так, а это... Ага, прыжок такой. Клевый. Потом через какое-то время они пропадают. Ладно. Ну окей, окей, ладно, сделаем все. Надо еще научиться это делать. Он демон такой? На себе. Так. Ну. Такая хрень. Даже не пойму, хорошо я все сделал или плохо. Так, ладно. Наверное, хорошо, раз все вокруг, они сдохли. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Стоп. Твою мать. What an eyesore.
что-то слишком много. Где ты, тварь мерзкая? Ох ты, твою мать! Ты-то откуда взялся, да? Так, что произошло? Так, куда дальше? А, ну там автобой. Понятно. Так, ну тут все. Пошли сюда. Сколько тут всякой хрени. Я вот, откровенно говоря, так и не понял, как вот эти сверху сбивать. Ленечка, непонятно что-то. Отходи ты! Куда жечь? Хм, вот блин, зараза, а. А что так? Ладно, пошли. Так, а где еще сферу взять? Пойдем искать. Так, здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотри, а. Маленечко что-то я не понял ничего.
Эта трость, она бесполезна сама по себе. Хорошо добивает, когда вот это, да. А так это надо потренироваться еще. Телефон. Интересно, смогу ли я связаться с той девушкой? Смогу ли? Жди, подожди, 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 подожди. У тебя 24. Там же свое оружие не видно. Все. Нитхек. Ты что, увернулся? Нитхек. Мелкий гаденыш, ты кто такой? Тут как пробка. Ну давайте, давайте начинать. Вот хрень. Not in this lifetime. As the heir to a bird, or the sea to a fish, so is contempt to the contemptible. Презрение презренному. Сейчас мочим его. Попал, скотина. Что происходит? Что происходит? Неплохо, 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 неплохо. О боже мой. Вот это точно не к добру. Ой, не к добру. Ты что, удираешь, что ли? Видать, совсем плохо дело. Боюсь, этот противник пока мне не по зубам. Далее. Хм.
Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на этом пока все. Сейчас вот мы досмотрим маленечко ролик, тут начальный. И сегодняшняя серия подошла к концу практически. А эта тварь так и ползет. Мы живы, мы цель. Вот так свезло, пятый. Корни клипа-то, они повсюду. Ну, мы вроде как под землей. Стало быть, нам предстоит небольшая уборка. Нужны садовые ножницы. Так, что происходит? А, миссия пятая, да? Начало хоть посмотреть. А теперь найти бы выход, да? Так, ну что? Выход мы будем искать в следующий раз. Всем спасибо. И в следующей серии обязательно продолжим.